хоррек. Я видел, многие просили хоррек. Я решил принять это во внимание и решил ее записать. Всем привет, друзья, с вами Богдан. Мы играем сейчас в хоррек. Тут как бы мы типа какой-то журналист, нет, не журналист, типа мы идем снимать заброшенное здание, какие-то паранормальные явления, чтобы сделать свой паранормальный фильм. Короче, нехуй делать, мы идем снимать фильм, блять, Астрал 4, ёп, ладно, поехали, вперед. Chapter 1, Asylum. Азилиум, хотя изначально я еще помню из Сундрина Азулим, я ее читал как Азулим, правильно, Азилиум, блядь. Ладно, поехали. Ну, сигаретка лежит справа, чтобы прикурить для смелости. Вперед, загружай меня, хочу поп... Опа! This place smells so bad, это место так воняет. Вау, вот это обои тут покрашены, нормально все. Прикольно. Ух ты! Само собой двигается колясочка. Классно. Прикольно. Это стульчик. Это стульчик. Это очень познавательно. Так, здесь что-то меня рябит. Здесь какая-то... Вау, что такое? Я должен активировать какой-то сенсор паранормальный. Знаете, что мне не нравится уже в игре? Это очень маленькая чувствительность. Поменять я, видать, не могу. Потому что настроек никаких нет. О май гад! Тетя Света! Привет! Ох ты, ё, как это было страшно. Она посмотрела на меня. Искра, буря, страсть, безумие. Уходим отсюда. О! Ха-ха, нормально. Здорово, чувак. Что за звуки? Не надо тут. Моешься, парень? Что, в винишке тут лежишь, да? Окунулся с головой. Ух ты! Я должен выключить камеру. В смысле? А где мой винишка, друг? А, винишка, друг тут. А я могу ее сюда включать? Прикольно. О, ключ. Интересно. Я сделаю тише, мне слишком громко. Думаю, вам тоже. Бррр, так. Вроде там все нормально. Open. Бля! Ах, ты ж такая сука! Ты говоришь, что ты творишь? О, я могу... Опа, я инвалид! Все, я... Сейчас. Ты чё? Блядь. Ты смотри. О, привет, парень. Братан! Это мумия. А, фу, рябит. Короче, надо еще найти 4 таких паранормальных явления, но у меня рябит здесь. И очень плохая чувствительность. Что за хуйня? Что происходит вообще? Орлы ебаные, блядь, что происходит? Уберите меня от этой ряби. Опа, бочечка. Ух ты. Ух ты, башка. К Хэллоуину вы готовитесь знатно. Ты ё! Ёлки-палки, я так понимаю, она меня убить может в этом состоянии. Когда я смотрю камеру, она меня видит. Тетя Света видит тебя, блядь. Тетя Света очень зла. Так, здесь я был. Боже, почему такая плохая чувствительность? Там что-то. Блин. Чё ты там делаешь, дура? Здорово! Любишь в бочке сидеть? Ты уже понял, что ты мусор? Тётя Свет. Как грёбаный Марио, блядь. Ты где, дура? Хочешь прятки со мной поиграть, тётя Свет?
что это за... Какая-то пурга. Что это было? Тут какая-то пурга есть, ребят. Видите, ребят? Может, это в следующей комнате? Рябит знатно. Блять, бесит аж. Нет, смотрите, тут ничего. А что рябит? Странные вы какие-то. Я пошел отсюда. Ну ладно, давай сюда. Да-да, уже не страшно. Короче, еще где-то три этих гребаных явления. О, привет! Слушаешь радио, тетя Света? О, Григориан! На-на-на-на-на-на. Она слушает, видите? Тетя Свет! Че-то не канон, да? Две тети Светы, это уже слишком? Я еще имею вещи для фильма. Короче, тут я так понял выход. Выход на дно. Я сниму фильм и пойду на дно. Кого-то мне это напоминает. Что-то снять и уйти на дно, это есть такой парень. Ладно. Ух ты! Ух ты, вторая нога! Я ее не снял. Это, видимо, какой-то дедушка Коля, друг тети Светы, который, ну, наверное, ей не понравился. Одна нога там, другая. А если бы я не остановился, она бы меня кокнула. Че тут? Здорово. Ух ты! Здорово! Тетя Свет, ни хрена ты мочишь, тетя Свет, вот это ты даешь. Братан, привет. Братан. Тебе кажется, не все нормально, ты разлагаешься. Братан, нужно что-то делать, ты разлагаешься. Жизнь не для того создана, чтобы разлагаться. Опять коляска. Ну ладно, типа я снял весь фильм, да, все. Можно сваливать отсюда. Ну что, Астрал 4 снят. Астрал 4 под названием Тетя Света. Тетя Света. Все, комплект. Chapter 1, Азелюн, комплект. Все, можно прикурить снова сигаретку, и фильм снят. Прикольно. Интересно, добавят ли вторую часть? Ну, будем за этим наблюдать. Я надеюсь, вам игра понравилась. Ссылочка на игру в описании. Также ссылочка на группу ВК в описании. А пока что всем пока, ребят. До новых встреч.